啊？давай направо тогда посмотрим. Там набережная идет. Окей. Он говорит, можно поехать? Мину закладывает. Поедем вот сюда внутрь посмотрим. Ох, здесь прохладно, как хорошо. Вот городочек у нас с океаном на острове Тенерифе, очередной городок в нашем районе. Их здесь очень много и все красивые. Сейчас ищем, где можно перекусить. Поедем? По этой дороге можно здесь проехать. Там на набережной открыты кафешки, рестораны, но там всегда цены дороже. Сейчас немножко внутрь заехали, если здесь ничего не будет, то будем есть там. Но желательно, конечно, обязательно, ну как желательно, если бюджет, если с копейкой не очень хорошо, то лучше от набережной отходить и есть внутри города, не около моря или океана, тогда дешевле стоит. Но пока здесь, кроме пустоты, ничего не видно. Никаких кафешек, ни ресторанов. Может, мы не в тот райончик зарулили. Хотя здесь все близко. Но я думаю, что-нибудь да найдется. Здесь тренажерный зал какой-то. В общем, это не то, что нам нужно. Сейчас вон на ту улицу выйдем, там что-то есть вроде. Thank you.
Вроде здесь что-то можно поесть. Как тебе это штука? Вот это кафешка, которая. А там это пустая плитка внизу. Желательно остановиться, да, давай поговорим. Слышь, вот эта кафешка, давай туда пойдем. Ладно, я не знаю, что там есть, если там что-то есть. Да. Здесь остановим. Давай я подержу, ты быстро разведку сделай, что там есть. Реально. Все, оставил. Я его поставлю, да? Так, друзья, пока выключаюсь. У меня здесь авария может случиться. В общем, смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Чуть попозже на связь.